Жители польского города Краков страдают от сильного загрязнения воздуха. Для решения этой проблемы Еврокомиссия дала правительству страны чуть более месяца. Если за это время ситуация не решится, Польша будет вынуждена заплатить штраф в размере 1 000 000 000 евро. Подробнее Диана Алишева. Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, Краков признан одним из самых грязных городов в мире. По уровню вредных веществ он занимает 8-е место из 575. Твердые частицы в воздухе значительно уменьшают видимость и загрязняют легкие. Это стало причиной многих болезней – бронхиальная астма, сердечные приступы, рак легких. Каждый год в городе регистрируют 1000 смертельных случаев. Уже давно считается, что в Польше самый грязный воздух в Европейском Союзе. Если в ближайшее время мы не станем соответствовать стандартам качества воздуха, изложенным в директиве ЕС, Польша может получить штраф на сумму 1 миллиард евро. Загрязнение воздуха каждый год убивает около 45 тысяч человек. Ситуация очень серьезна. Представители Европейской комиссии уже дважды направляли предупреждение правительству республики. Если в течение 1,5 месяца власти Польши не предпримут действий по снижению уровня загрязнения воздуха, их обяжут заплатить штраф в размере около 1 000 000 000 евро. На местах уже готовят специальную программу по борьбе с загрязнением. По их словам, одна из главных причин сложившейся ситуации – выбросы дыма от сжигания угля. Проблема качества воздуха в основном связана с методом обогрева жилищ. Большинство зданий до сих пор отапливаются углем. В ближайшее время Министерство охраны окружающей среды представит первичный вариант национальной программы по защите воздуха. Это будет как анализ текущего положения, так и конкретные рекомендации о том, как решить проблему загрязнения. В числе самых грязных городов оказался не только Краков, но и столица страны Варшава, а также Вроцлав и Силезское воеводство. По мнению Еврокомиссии, основными источниками загрязнения воздуха являются дизельные двигатели. Диана Алишева, Ернат Кашкынов.